Здрасте, друзья, достаточно коротко, в двух словах банально расскажу по поводу ТВАБа на этой неделе. Он посвящен у нас триумфу. Перед этим стоит отметить один фактор, что с 8 по 15 у нас стартует железка. С 8 по 8, по 8 по Москве, имеется в виду. Напомню, тут выпадает сверхмощное снаряжение до 1060 включительно. Если у вас еще не выбито, вы можете как раз это сделать. У меня, например, 1057. Вот так я часто играю в Destiny. Это по поводу железки. Что касается у нас солнцестояния героев. Ребят, оно у нас заканчивается. Но фишка заключается в том, что если у вас, я как понимаю, великолепная броня, и вам надо добить, грубо говоря, свечение, то есть сделать ее абсолют, там, пройти яму ересь и так далее, вы можете это сделать и после 8 сентября. А я про январь говорил, да? Ну, дебил, нормально. Так вот, что касается именно ситуации в плане триумфов. Вот, смотрите, вот эта вся статья посвящена триумфу. Представляете, вот это все. Вот это все. Это все посвящено триумфу. Но на самом деле, вот это все можно сказать просто двумя словами. Будут настоящие триумфы, будут прошлые триумфы. Прошлые триумфы — это те, которые связаны сейчас с планетами, рейдами там и так далее, да? Которые уйдут просто, грубо говоря, в свое хранилище, но их можно будет залезть, посмотреть у себя, как я понимаю, в инвентаре. Вот так у нас будет выглядеть благополучно с нового сезона именно табличка всяких триумфов. Обратите внимание, медали, там лор, все это убрано отдельно. Да, более, мне кажется, такой подробный, интересный стал, ну, формат. Вот, но суть дела не меняет. То есть, как я уже сказал ранее, вот это все, то, что тут написано, это, грубо говоря, просто вода. Вот, что стоит отметить из этой воды? Вот эту вещь. Какие триумфы, точнее, печати не будут у вас доступны с 10 числа, то есть 10 ноября. Тень — это у нас Корона Скорби рейд. Вершитель — это Гамбит Прайм. Далее, Черный Арсенал, Кузнечное Дело Мастер — это, если я не ошибаюсь, ИП, рейд, Истребитель Прошлого. Далее, пункт назначения Путник, История Летописец и титулы сезонов 5-11. Стоит отметить и вот этот фактор, обратите внимание, который они пишут. Запечатано. После начала 4-го года игры некоторые печати и связанные с ними титулы больше нельзя будет заработать. Чтобы зафиксировать их на своей учетной записи, игрокам необходимо до 10 ноября разблокировать и экипировать следующие титулы. Тень, Вершитель, Кузнечный Дел Мастер, Путник, Летописец и Предвестник. Это этого сезона у нас триумф, ну, имеется в виду печать. Так вот, это, то есть, экипируйте. Если у вас есть какие-то вопросы, вот, можете перейти сюда в новости недели, да, то есть, на этой неделе рубрику, и тут есть обновление систем триумфов. Вас перекинут в помощь, там все подробно вам расскажется, если вы что-то вдруг не поняли. Так вот, что стоит отметить из этой всей статьи, которая была написана благополучно, да? Фишка заключается в том, что фактически вы не можете получить триумфы, которые вы, допустим, не заработали до этого, да, то есть новые игроки, которые придут у нас осенью, они не смогут получить часть из этих триумфов, которые мы имеем. Но я когда тут читал о том, что они не собираются отказываться от поощрения триумфов, не знаю, где тут написано, но где-то есть только такая строчка. Когда я читал, я думал о том, что, слушайте, ну клево, наконец-таки они додумались и ввели какую-то поощрительную систему в плане триумфов. Оказалось, что, когда я прочел до конца, именно валюты сезона. То есть, помните, когда у нас были обелиски, у нас были бункера, и сейчас у нас есть такая сезонная валюта, которая каждый сезон исчезает потом благополучно. Так вот, они от нее отказываться не собираются. То есть это сохранится. Так к чему я это веду? Я на протяжении многих стримов говорил о том, что, блин, классно бы было, если бы в игре была наградная система. Например, от 50 тысяч триумфа. То есть 50 тысяч триумфа, а тебе выпадают какие-нибудь ноги статы, там, 75+, грубо говоря, да, или там 75-е, вот, в зависимости от твоего класса выбираешь. Если там, например, там, 60 тысяч триумфов какие-нибудь руки, 70 тысяч триумфов какой-нибудь шлем,
80 тысяч триумфов какой-нибудь нагрудник, да, там за 90 тысяч какая-нибудь офигительная классовая там накидка, там, не знаю, а за 100 тысяч триумфов внешка на это все, да, это был бы стимул для того, чтобы получать эти триумфы. Серьезно, я так считаю. Вот. И на протяжении многих стримов я об этом говорил. Очень жаль, что разработчики меняют триумфов, а фактически просто одни убирают, другие добавляют. Да, и говорят об этом, что это смена триумфов своеобразная. Вот не сделали вот такую систему. Честно, я немного разочарован в этом отношении, потому что мне кажется... было бы хорошей мотивирующей штукой. Потому что когда есть цель, когда есть награда, и награда ценная, люди к ней идут, и она интересна. Вот, поэтому я считаю, что вот очень жаль, что вот в этой статье, которая, как всегда у нас, из разряда «вода-вода», вот, не посвящена вот этой теме. Можете ниже написать, что вы об этом думаете по поводу триумфов в игре. Я, честно скажу, я... почти там имею 100 тысяч, да, мне там 98 или 99 тысяч. Наверное, я все-таки добьюсь себе 100 тысяч. Но, честно говоря, никакого наслаждения мне эти 100 тысяч не приносят. Все, ребят, спасибо, что смотрели. Всех благ вам. Пока-пока.